В России изменятся правила получения водительского удостоверения. Уже в следующем году из экзаменов может исчезнуть площадка. Также могут усложнить и теоретическую часть. Нововведения коснутся тех, кто планирует сесть за руль автобуса, легкового или грузового автомобиля. Автоинспекторы планируют ввести отдельные экзаменационные билеты для каждой категории транспортных средств. К примеру, для будущих мотоциклистов будут только те вопросы, которые касаются категории А. В ГИБДД России предлагают лишить сдающих и право на одну ошибку, которая есть сейчас. Изменят и практическую часть экзамена. Элементы, которые будущие водители сейчас сдают на автодроме, могут перенести в город. О нововведениях автоинспекторы рассказали сегодня. В ГИБДД пояснили, что документ уже находится в правительстве и ждет подписи премьер-министра.